Всем привет, с вами Евгений, mobiltelefon.ru, и мы находимся на стенде компании Samsung после презентации новинок Galaxy S7 и Galaxy S7 Edge. Вот такие вот аппаратики. Выйдут они, конечно же, в нескольких цветах. У меня здесь два цвета, я попозже постараюсь найти еще дополнительные расцветки. Между девайсами много общего, но давайте о разнице. Диагональ у S7 5,1 дюйма, у S7 Edge 5,5 дюймов. Емкость батареи обычного S7 составляет 3000 мАч, S7 Edge 3600 мАч. Фронтальные камеры 5 мегапикселей, диафрагма 1,7. Разрешение основной камеры понизилось в сравнении с предыдущим поколением. Было 16 мегапикселей, стало 12 мегапикселей. Но модуль и сенсор улучшились. Диафрагма стала 1,7. Реализована технология двойного пикселя. Сами пиксели стали больше. Автофокусировка стала быстрее. В общем, Galaxy S7 вполне может считаться уже сейчас одним из лучших камерафонов в мире. Продемонстрирую скорость фокусировки. Очень быстро. Многие были расстроены, когда компания Samsung представила Galaxy S6, и стало известно, что модель боится воды. Galaxy S5 был защищен от воды, Galaxy S7 тоже не боится воды. Защита реализована по стандарту IP68. Никаких заглушек, все разъемы открыты, и компания Samsung, в отличие от Sony, не запрещает пользователям погружать телефоны в воду. Sony, если вы не знали, обновила политику и теперь говорит, что Xperia защищены от капель и случайных каких-то пролитых жидкостей. Программной основой служит Android 6.0 Marshmallow. Интерфейс изменился совсем чуть-чуть. Меню приложений. Обратите внимание, что программ очень мало. Изогнутый Galaxy S7 Edge получил продвинутую функциональность боковин. Теперь стало проще взаимодействовать с телефоном одной рукой. Нужно приловчиться. Выносить сюда можно, как я понял, различные приложения, контакты. В общем, стало удобнее. Наверняка вы помните, как компания Samsung пыталась убедить общественность в том, что microSD не нужны, устарели. Ну вот, компания забрала свои слова обратно, и Galaxy S7 и S7 Edge получили лоток с microSD. Ура! Общие характеристики таковы. 8-ядерный процессор Exynos 8 Octa 8890, поддержка LTE Cat9, 4 гигабайта оперативной памяти LPDDR4, 32 гигабайта встроенной памяти плюс microSD до 200 гигабайт, экраны имеют разрешение Quad HD, 2560 на 1440 точек, 577 ppi у S7 и 534 ppi у S7 Edge. Есть сканер пальца, NFC и куча различных датчиков и сенсоров. Компания Samsung реализовала кое-какие фишки для геймеров. Есть приложение Game Launcher и инструменты Game Tools. Они позволяют управлять расходом заряда, минимизируют оповещения, то есть чтобы игровой процесс не прерывался. Пользователи смогут записывать свои игровые сессии и делить экран на две части для многопользовательских игр. Смартфоны получили технологию Vulkan API, которая позволяет запускать игры с очень крутой графикой при минимальном расходе заряда аккумулятора. Хочу сказать, что Galaxy S7 Edge стал гораздо увереннее лежать в руке, чем Galaxy S6 Edge и Edge Plus. Ну прям приятно его ощущать. Ничего не режет здесь. Основная критика была Edge прошлого поколения в том, что он действительно резал руку. И, ну, неприятно было его держать. Здесь это исправили. Интересно, что разница в весе составляет всего 5 граммов. В России телефоны появятся 18 марта. Цена Galaxy S7 составит 50 тысяч рублей, а S7 Edge 60 тысяч рублей. Цветов на старте будет 3 – черный бриллиант, ослепительная платина и серебристый титан. Предзаказ открывается 22 февраля и продлится до 17 марта. Покупатели, которые его оформят, получат бесплатно очки виртуальной реальности Gear VR. Лично меня аппараты приятно удивили, и я буду с нетерпением ждать российского старта продаж. Особенно меня интересует Galaxy S7 Edge. Возможно, сменю на него Galaxy Note 5. Спасибо за внимание, с вами был Евгений, mobiltelefon.ru.